Короче, этот глюкофон двухсторонний, у него одна сторона настроена в минор, а вторая в мажор. Вот. Я сегодня думал о том, что вообще жизнь, она, знаешь, тоже всегда разная. В миноре и в мажоре бывает, ну, короче, как-то, ну, когда все классно, бывает, когда все не очень, ну, типа, вот такие скачки постоянно. Если бы не было одного, то не было и другое так прекрасно. Вот. Поэтому, короче, взял этот глюкофон с собой, чтобы попробовать, ну, на звуке это, короче, прочувствовать. Сейчас хочу поиграть на этой стороне и погрузиться, ну, в это минорное настроение. Мои мысли, они сейчас сами начнут рисовать картины, которые, ну, связаны с моей жизнью каким-то определенным образом. И они будут звучать, ну, вот так, как звучат эти ноты. Блин, да, интересно. Погрузила, правда. Тебя погрузила. Я бы на веселый хотел поиграть, короче. Да, я тоже хочу уже переключиться на нее. Ну, блин, давай это сделай тогда. Что-то я загрузил перед этой штукой. Полегче что-то хочется. Прикольно, просто смотри, как играю. Не слышно в саду почти. Только третий аккорд уже не тут. Та-да. А как должно быть? Там... Нет, спой. Первые три такие. Один из них? И назад вернись. Я начинаю не отсюда. Откуда? А дальше? Вот сюда. Нет. Нет. Блин. Вот это начало было дальше, правильно? Нет.
Нет. Нет. Нет. Все правильно, играй. Знаешь, давай как? Сейчас, да. Не, вот это правильно. А это вторая часть? Ну вот, да. Да, давай, еще раз. Блин. Нет, да. Даже. А я просто не знаю, как же эта песня даже. Не слышно все. Нет, не понял. Не слышно все. Даже. Даже. Нет, это же не то. Да, все правильно, да. Давай еще. Нет, да. А, вот сюда. Творческий путь. Этот блок мы называем творческий путь. Так, смотрим. Я забыл, блин, как так бывает?